Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я познакомлю вас с новым ароматом. Это и новый аромат для меня, и вообще парфюмерная новинка в целом. Я говорю про новый аромат от бренда Attar Collection, который называется Fleur de Santal. У меня есть заветный флакончик, с которым я очень хотела познакомиться. Хотя, знаете, немножко даже побаивалась, но позже расскажу почему. А если вы уже успели познакомиться с этим ароматом, также рассказывайте свое мнение о нем в комментариях. Я знаю, что эту новинку многие очень сильно ждали, я была в их числе. Кстати говоря, с ароматами бренда Attar Collection, если вы вообще еще не успели познакомиться с этим ароматом или не знаете другие ароматы бренда, можно познакомиться в Летуаль, в корнер нишевой парфюмерии, библиотека ароматов. Там все эти ароматы представлены, можно прийти, потестировать, посмотреть, что нравится, что не нравится. Ну что ж, а если вам интересна тема этого видео, если вам интересно мое мнение об этой новинке, то, конечно же, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, давайте начнем. Флакон у нас в духе бренда Attar Collection. Интересный такой бежево-молочный цвет. Напишите, как вам дизайн флакона. Вообще, бытуют разные мнения про флаконы бренда Attar Collection, но я эти флакончики очень люблю. Они стоят на верхней полочке в моем парфюмерном шкафу. Такие красивые, и я ими часто пользуюсь. Вообще, очень люблю на самом деле ароматы этого бренда. Поэтому хотела познакомиться с новинкой, но, как я и сказала, я немножко ее побаилась, потому что в названии даже аромата Attar Collection Fleur de Santal у нас есть сандал. А это не самая моя любимая парфюмерная нота. Во-первых, меня когда-то очень напугал аромат Лилабо Сантал 33. Дело в том, что да, многие в этом аромате чувствуют красивую сандаловую пудру или молочный сандал, но для меня этот аромат раскрывается огурцами в бочке, вот солеными огурцами. Я чувствую рассол, я чувствую огурцы, я поняла, что это не мое. Я вообще никак не могу избавиться от этого ощущения, что я просто на себя наношу рассол огуречный. Ну, такое себе, но да, многие чувствуют Лилабо Сантал 33 совершенно другие ноты, то есть это пудровый красивый сандал, и как-то для себя я решила, что нота сандала это не мое. Потом была еще одна попытка подружиться с сандалом, с очень популярным ароматом от бренда Amouage Guidance. Он просто бьет рекорды по популярности. Правда, сейчас просто на волне. Его многие любят, многие хотят и покупают. Guidance от Amouage понравился мне больше, чем Lilabo Сандал 33, потому что помимо, ну, наверное, голого сандала, там есть еще красивые орешки, есть груша. Но при всем при этом ту самую рассольность я все еще чувствовала в аромате от бренда Amouage. Было еще несколько подходов к ароматам с сандалом, по-моему, даже что-то от Zadie Qualter я пробовала с сандалом, но вот всегда меня преследовал тот самый рассол, от которого я не могла избавиться. С огромной осторожностью я подошла к знакомству с этим ароматом. Во-первых, давайте познакомимся с пирамидой аромата, а пирамиды у нас розовый перец, груша, ангелика, молоко, ирис, мимоза, иланг, сандал, мускус и орган. Знаете, почему-то, глядя на пирамиду, я подумала, что, возможно, аромат может быть похож на Guidance от Amouage. Я уже настроилась на это, но, спойлер, нет, он совершенно не похож для меня на Guidance от Amouage. Это совершенно другое звучание, это самостоятельный аромат с самостоятельным лицом, ни на что он совершенно не похож. И более того, знаете, это, наверное, первый и единственный аромат с сандалом, который мне реально понравился, в котором я вообще не нашла даже намека на какую-то рассольность. Это очень приятно. Вот реально сандал без рассола. Боже мой, кто создал тебя, чудо! На самом деле, прекраснейший аромат. Вообще никакого рассола нет. Того самого рассола, которого я всегда боялась в ароматах с сандалом, нет. Я наконец-то впервые почувствовала красивый пудровый сандал. Я поняла, что такое пудровый сандал, тот самый пудровый сандал, о котором многие рассказывали, а я никак и нигде не могла его найти. Так вот, в этом аромате он абсолютно точно есть.
Для меня как раз-таки аромат пудровый. А это вроде как косметическая пудра, но она без какого-то намека на ретро, она совершенно не плотная, и я могла бы ее назвать современной, но по сути современная пудра — это тоже нечто другое, это нечто такое футуристическое даже, которое периодически выдает там страницы глянцевого журнала или что-то такое. Нет, здесь я чувствую именно нежную пудру, слегка сладковатую, слегка кремовую. И вот аромат, он для меня такой довольно корректный, он то кремовый, то пудровый, очень женственный, обволакивающий невероятно. И помимо вот этой нежности, уходовости, пудровости, я также чувствую легкие фруктовые мотивы. Наверное, так раскрывается груша, хотя вот однозначно сказать, что я чувствую сочную спелую грушу, нет, я точно не могу, потому что груша для меня не отчетлива. Возможно, она придает легкие фруктовые мотивы, и аромат за счет того, что в нем есть фруктовые мотивы, получается не таким плоским, не таким однобоким. Мне кажется, что, наверное, скучно было бы, если это была бы там пудра или кремовость от начала и до конца. Есть какие-то нотки, есть какая-то переливчатость легкая, то есть аромат слегка играет, и это делает аромат более объемным, более интересным. Мне кажется, также то, что у нас в пирамиде есть ирис, это придает аромату как раз-таки то пудровое звучание. Но опять же, ирисовая пудра бывает разной. Зачастую ирис в парфюмерии пахнет мне морковкой, никак, ничего морковного нет. То есть мы могли бы прийти к чему-то овощному, это были бы огурцы с морковью, но нет, все абсолютно парфюмерно, очень красиво. И также у нас в пирамиде есть интересная нотка молоком. Молока как такового, то есть лактонности явно я не чувствую, но мне кажется, что эта нота, она делает аромат более сливочным, более нежным. В общем, прекрасный аромат на тему сандала, абсолютно базовый, уместный всегда и везде, в любой ситуации. Аромат, который мне очень понравился, первый аромат на тему сандала, который мне действительно понравился и который я с огромным удовольствием буду носить. В общем, ставлю ему огромный плюсик, огромный лайк, и очень рада, что он появился в моей коллекции в объеме 100 мл. Реально, это просто база на каждый день, когда, мне кажется, не знаю, что надеть, этот аромат будет уместен, корректен, не надоест, просто супер. Если вы знакомы с этим ароматом, то рассказывайте свое мнение о нем в комментариях. Вообще рассказывайте, как вы относитесь к ноте сандала. Чувствуете ли вы в ароматах с нотой сандала те самые соленые огурчики, рассол, в общем, то, о чем я рассказывала, или, возможно, ароматы с нотой сандала все раскрываются для вас красивой сандаловой пудрой. Если это так, то вам очень сильно повезло. Рассказывайте, как у вас обстоят дела с нотой сандала. В конце также хочу пригласить вас в 3 моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа Распива. Ссылочки вы найдете в инфобоксе, и я буду очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!